A cat. Cats. Множественное число существительных образуется при помощи окончания s. Окончание s произносится как s после глухих согласных. Cats. Глухой согласный – это такой согласный, при произнесении которого голосовые связки не работают, то есть у нас не задействован голос. Например, п, т, к. Cats. A pen. Pens. Если существительное заканчивается на звонкий согласный, то окончание s произносится как звук z. Pens. Звонкий согласный – это такой согласный, при произнесении которого голос работает. Голосовые связки наши задействованы. Например, «н», «л», «м», «г». Pens. Watches. Dishes, glasses, boxes. Если существительные заканчиваются на сочетание букв CH, SH, букву S или двойное S и букву X, то мы добавляем окончание ES. Это окончание читается как IS. Repeat after me. Watches. Dishes, glasses, boxes. Potatoes. Если существительное заканчивается на букву O, то мы также добавляем окончание ES, которое, однако, читается как звук Z. Potatoes. Faces. Planes. Если слова заканчиваются на немую букву «и», то мы добавляем окончание «с». Как мы произносим окончание «с» зависит от того звука, который стоит до немой буквы «и» и происходит по общим правилам. То есть, например, faces. Слово «face» заканчивается на звук «с». Значит, нам нужно произнести «is». Faces. Слово planes, plain, последний звук звонкий, n. Значит, нам произнести нужно звук z. Planes. Repeat after me. Faces. Planes. Некоторые слова образуют множественное число без окончания s. Это слова-исключения, и их нужно запомнить. Repeat after me. Man. Men. Woman. Women. People. Child, children. Tooth, teeth. Mouse, mice.